Всем привет! Меня зовут Ирина Форми, и я рада приветствовать вас на своей тренировке по формированию красивых ног. Сегодняшнее занятие у нас пройдет исключительно с весом собственного тела. Поэтому надевайте скорее кроссовки и начинаем. Первое упражнение, с которого мы начнем, это широкие приседания с отведением ноги в верхней точке. Стопы ставим чуть шире ширины плеч, носки немного разворачиваем в сторону. На вдохе опускаемся вниз, выполняем приседания, на выдохе отводим ногу. Возвращаем ее в исходную позицию, вдох, приседания, отведение противоположной ноги. Снова вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Выполняйте 20 таких приседаний и переходим к следующему упражнению. Второе упражнение – это имитация становой тяги с весом собственного тела на одной ноге. Итак, подходим к любой стене. Опорная нога правая и колено правой ноги в мягком естественном сгибе. Живот подтянут, спина ровная. На вдохе начинаем уводить таз назад, поднимая противоположную ногу наверх. Тянемся рукой в пол, выдох, поднимаемся. Снова вдох вниз. Прям почувствуйте хорошее растяжение мышц задней поверхности бедра, опорной ноги. Выдох наверх. Снова вдох, выдох. Вы наклоняетесь ровно на ту позицию, да, где вы начинаете чувствовать хорошее натяжение именно по мышцам задней поверхности опорной ноги. Вдох, выдох. Живот всегда подтянут. Вдох вниз, выдох наверх. Выполняем по 15 повторений для каждой ноги и переходим к следующему упражнению. Третье упражнение – это выход в стульчик из положения стоя на коленях. Поднимаем правую ногу, ставим полностью на поверхность стопы, поднимаем левую, остаемся в полуприседе. Возвращаем ногу на правое колено, на левое колено. Снова правая нога, левая, правая, левая. Оп, оп. Оп, оп. Задача в стуле, да, выйти с минимальным подъемом ягодиц, да, то есть выйти в идеале с бедром в параллель с полом. Ну что, мы выполняем с вами 10 таких подъемов, переходим к следующему упражнению. И заключительное упражнение, которое мы с вами выполняем, это разгибание ноги в тазобедренном суставе из положения полустол. Итак, одну руку устанавливаем на локоть, вторая рука стоит на ладони, живот подтянут. Прессом фиксируем поясницу. И на выдохе правую пятку выталкиваем в потолок. На вдохе опускаем вниз, но не ставим. Снова выдох наверх, вдох вниз. Выдох наверх, вдох вниз. Пяткой хорошо выталкиваем потолок. На вдохе ногу возвращаем. Выполняем по 15-20 разгибаний для каждой ноги. Весь комплекс прогоняем ровно 3 раза. И тогда красивые стройные ноги вам будут обеспечены. Всем хорошей тренировки. Пока-пока.